Ну что ж, пошли. Задачу мы знаем. Осталось только ее реализация. Добраться до театра. А он перекрыт провалом. И затем можно только с одной стороны. А, не, подожди, не зря. Не зря я здесь прошел. Так, все, заходим. На черта здесь это понавешено. Просто так, чтобы... Лили внутри. Мы увидели. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Слушай, ты псих. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффман. Жажда искусства. Творение Стефана раз. Творение Стефана два. Одно находится вот здесь. В баре, как я помню, и второе здесь. Так, я одну картину помню, я туда заходил. Одну картину я припоминаю. В баре она висела, в кладовке. В конце кладовки, в баре. Я еще удивился, что-то я тут сюда зашел, ничего нету, и картина так странно висит. Подожди. Главное с этой не встретиться. Главное не встретиться с Кикиморой. Этой шалавой этой. И все. Так, это оно, да? Да, блин, не туда. Да-да, вот она. Devil's Dwender Down. Личный бар дьявола. Я и картину знаю, где находится. Я ее уже видел. Да, это она. Это и есть его шедевр. Это только фото. Давай посмотрим. Я из тебя всю дурь вырежу. Черт, заперто. Нужен ключ или еще что? Пойдем сюда. Не кричи. Я делаю из тебя шедевр. Ты станешь частью моей обскуры. Ах, вот.
не такая податливая, как глина, и не такая твердая, как мрамор. Золотая середина. Я не могу сосредоточиться. Скульптуре язык не нужен. Этого максимум. Дымовой болтик. Че, обратно пойдем, да? Тихо. Так, ладно. Давай начнем с себя. Так, где второй? Второй здесь где-то тусует. Окей, нашел, это нас туда ведет. О, как. Как так умеешь-то? Так, у нас пистолет с глушителем, да? Ай, хер там, сейчас выстрелил бы. Я же в прошлой серии поменял же. Тихо. Так, что дальше-то? Сняли. Я дальше что-то идти не могу. Блин, ты издеваешься, а? Да, блин, ты думаешь, сейчас не увидит. Патрон нужно улучшать на 50% хотя бы. Да, блин, какой ты умный. А я еще выйти не могу. Там топор, короче, лежит. Лови. Не смог я топор свой реализовать. Ой, патрон. Он маленький. По пробитию. По пробитию он очень маленький. Так, это я возьму. Чего? Чего вы там начинаете-то? Я просто вернулся, чтобы патроны подобрать. Чё начинаете кричать-то? Ладно, попробуем подержать. Так. Чё начинаешь-то?
Так, там закрыто. Это мы вернулись. Ну ладно, давайте, открывай. Посмотрим, что это такое. Ну вот и он. Так, цель какая? Тихо. Мне нужно добраться до нее. До скульптуры этой, да? Так, с той стороны я не смогу это сделать. Попробуем с этой стороны. Ладно, Хоффман. Надеюсь, ты права насчет уничтожения этих штук. Что я задел? Приступим. Уничтожить этот шедевр было даже приятно. Но это еще не все. Остался еще один. Да, знаю, что приятно. Я знаю, прекрасно знаю. Еще одно творение находится чуть западней. Укрытие. Как я помню. Вон там где-то. Зайдем сначала в убежище, там это. Здоровье пополним. Которое я потратил. В результате эксперимента. Так, деталек оружия нам в любом случае еще не хватает. Так, а кофеварка, вот она. И сохранись. Все, пошли. Пошли ко второму творчеству. Так, оттолкнуть можно, да? Да. Только толкнуть. Блин, ты достаешь меня. А, понятно. То есть, блин. Она здоровье не снесло, да? Она здоровье не снесло. Но откинула, она откинула. Так, а этот дом я не помню. Этот отель я не смотрел.
Так что, что внутри, я не знаю. Давайте сначала обойдем его вокруг, посмотрим. Да, точно, я здесь не был. Здесь я не был. Так, туда я уже пройти не смогу. Да я, блин, примерно сам понимаю. Я сейчас просто смотрю. Может, что-нибудь интересное найду. Вот тут растение живет. Находится. Уже 48 растений. Я ни одну аптечку еще не делал. Ну ладно, заходим. Вроде нормальный такой домик, который можно на движке сделать. Рука. Никого. Ну это отель. Это отель. Аптечки. Перезарядить я, мне не дают. Ну, стандартный такой маленький отельчик. На пару номеров, на 3-4 номера. Закрыто. Закрыто. 3 номера. Условия те же, да? Опять эта херь вылезла, да? Вырубил на всякий случай свет. Опять ты. Да я уже вижу это, я уже видел. Куда-то туда потопало. Так, вроде везде пока чисто. Эту херню мы нашли. Отлично. Теперь смогу подобраться к его инсталляции. Тихо. Черт. Может, удастся проскочить? В какой стороне он? В той стороне, где, наверное. Ага.
Тюшка! Тюшка! Тюшка Стефану! Или свинка? Понятно. Увидела. А все уже. Остаешься там уже. Есть. Надеюсь, меня хоть на время оставят в покое. Нет, а ты там бегай. А ты бегай там, сколько хочешь. Так, условия те же. Да? Да, похоже, что те же. Эту херню нельзя задевать, я знаю. Её нельзя задевать, здоровье снимается. Так, понятно. С другой стороны попробуем. Что-то похожее в первой части было. Только там, если я что-то задею, то сразу. Хедшот. Что-то задел. Все, реш. Отель обитель. С обоими шедеврами покончено. Должно сработать. Вернусь к театру и попробую попасть внутрь. Ладно. Ух ты, рассвело. По крайней мере, светло стало. Светлее. В разы. День настал. Вот на чуть-чуть. То все время ночь, ночи. День настал, ух ты. Событие. Это да, это событие. Это настоящее событие. Впервые за всю игру время дня изменилось. Так, давайте вот что сделаем. Давайте на этом серию закончим. Я думал, сегодня мы всю серию в театре пробудем, а нет. Сначала нам потребовалось, чтобы... Сначала мы должны были проход в театр открыть, а потом уже заходить. А нет, не получилось. Так что давайте, вот сегодня мы с шедеврами разбирались, в следующей серии с театром. Все, спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.